Сегодня в нашем городе 12 тысяч учеников сядут за парту. Из них 1500 первоклашек. Поэтому, ребята, поздравляю вас. Также хочу поздравить тех ребят, для которых этот год станет последним. Желаю, чтобы этот год вы провели с пользой. Каждому из вас, кто первый раз переступает порог школы и те, кто стоит на пороге выбора, я желаю удачи, хороших отметок и великолепных знаний. Дорогие одиннадцатиклассники, это и вы. Мы на вас возлагаем огромные надежды. В этом году у нас 22 медали. Мы надеемся, что в будущем выпуске у нас будет все 25. Я вручал именно школьникам, да, детям участников специальной военной операции настольные игры, которые, уверен, помогут им еще раз вспомнить о нашем прекрасном Подмосковье и посмотреть его историю и полюбить родной край. Нам помогла администрация собрать ребенка в школу, купили нам ранец, одели ребенка, помогли очень наш папа на СВО. И нам это очень как бы важно и очень нужно было. Вот. Будем помогать ребенку, я буду рядом обязательно, буду всегда его помощницей, другом.